Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, да. В прошлом эпизоде я не помню, что мы вообще делали, ну, хотя в смысле помню, но мы просто гуляли по миру, искали новое красивое место, чтобы построить дом. В принципе, сейчас я сразу же туда телепортнусь, где мы остановились в прошлом эпизоде. Я надеюсь, вейпоинт у нас сохранился, да? Я-то вообще там, где я думаю. Главное, что сейчас в текстуры не упасть, как это обычно бывает при телепортах. Так, и... так, чё я хотел вообще в прошлом эпизоде делать? Это я... если я не ошибаюсь, это вроде было, что я сейчас пошарюсь по этому лесу, вдруг найду ледяной камень, чтобы уже превратить нашу Иви в ледяного покемона, это уже... бесит, сколько я уже шастал по этим лесам, еще даже до сих пор не нашел ни одного такого камня. Так, сейчас в принципе пошаримся немножко, в то же время будем отходить подальше от нашего дома, в принципе, так как я говорил, чтобы потом вдали от нашего дома построить себе какой-то красивый дом. Кстати, что я заметил, что-то мы уже давно как-то даже не находили вот этих, как его там называется, покемонов-боссов, да, кстати, они уже как бы сейчас более-менее заметны, так, они не как было в прошлых версиях, что они просто меняют цвет ника, что ты даже как бы и не мог определить, покемон это обычный или покемон это босс, как бы с большого расстояния. А сейчас покемоны как бы все цвет меняют, как бы они телом стают как бы другого цвета, да. Так что сейчас более-менее так будет заметно, обычно это покемон или покемоны-босс. Ну, я что-то, если честно, давно уже их не встречал как-то. Кстати, да. Априконы нам очень нужны. А чё, исправили вот этот? А я с гейммодом-то играю. Что-то я затупил. А да не думайте, что я что-то брал, действительно. Ничего я не брал, просто-напросто я делал скриншот, и как бы... мне нужно было взлететь в воздух, чтобы все было видно. И действительно, просто забыл выключить гейммод. Не думайте, я не читерю или еще что-то такое, просто действительно я говорю, так и было. А в принципе мне не нужно тут ничего читерить. Че можно читерить в этом с этим модом. Хотя можно начитерить, например, покеболов или еще что-то, но как видите, я ничего не начитерил. В принципе, это мне не нужно. Вот что я хочу заметить, действительно, я до сих пор еще не нашел ни одного камня. Ледяного камня. Это уже бесит. О, Дроузи. Ты чё, вообще действительно думаешь, что убьешь? Я так не думаю. Да, ночь это не очень. Чё-то мы как раз так вышли гулять, когда ночь появилась. Кстати, вот этого покемона у нас еще нету. Вот такие. Ну, потом, я думаю, можно словить. Что-то вообще сейчас как-то очень много магмаров, я заметил, начало появляться. Так. Я там вижу дофига пустыни. Тут у нас дофига воды. Я не знаю, что тут можно найти в воде. В принципе, если мы найдем дротини, это будет офигенно. Так как выбьем с него алмазы. Эти алмазы нам и так не нужны, но просто чтобы было. Для коллекции, можно и так, в принципе, сказать. Потом, если наберем... В принципе, у меня уже есть 30 алмазов. Я думаю, что я себе уже вроде могу скрафтить алмазный сет. Да, получится. 8 алмазов плюс... плюс 4 алмаза. 12 алмазов. Плюс 5 алмазов. 17 алмазов. И сколько там нужно на штаны? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, да? Сколько говорил? 17 алмазов плюс 7, да. Ну, это, в принципе, 30-ка хватит. Там как раз получается... Ой, что-то у меня горло
немножко подбаливает. Так, извиняюсь. И что я говорил? А, там вроде получается 24 алмаза, да, или... Не, ну, где-то вот так. И, в принципе, да, мне уже хватит, даже перехватит. Нам... Да, эта музыка... О, ладно. Чё-то я вообще ничего не могу найти. Капут, короче. Чё я тут вообще в пустыне это забыл? Этот покемон у нас есть, Кубон. Этот есть, да-да-да. А больше я не знаю, что мы можем вообще тут найти в пустыне. Может, добавили каких-то, в принципе, новых покемонов, но я, если честно, пока еще не знаю, каких. Чё там, лава у нас? Уф, нифига себе. О, там, кстати, шахта, видите там? Рельсы. Я не буду туда спускаться, не хочу я в шахту сейчас идти. В принципе, не вижу смысла огромного сейчас в шахту идти. Да я уже и не вижу смысла просто-напросто так бродить по миру, так как... Задолбало уже. Ну чё я не могу вот тот ледяной камень найти? Ну это капут уже. Иви, ты меня уже задрал, если честно. Ну сколько вас тут рыб. Так. Да ты что издеваешься, действительно хочешь 23 уровень нападает на 4 покемонов. Ума, короче, вообще палата полная. О, кстати, смотрите, как уже Волторба проработали. Он был как бы. Он уже как бы мячик, можно сказать. Нет, такой шарик. Но он был обычный, ну, в смысле, он был квадратом. Был, да, квадратом. А сейчас его уже как бы более-менее проработали. Сейчас он уже и на мячик такой похожий, да. Я вообще ни хрена не могу найти. В одни коровы, милтанки. Да еще и глючит немножко. Вообще, какое-то странное место. Ничего нету. Так, где наш дом? В каком направлении? Наш дом вот там, 4000 километров, мы уже отошли. Как я, в принципе, говорил, еще можно где-то на 1000 отойти. Вот что я хочу сейчас проверить. Возможно ли, что мы найдем шахту? Если мы найдем вот так шахту, то я так уже два раза находил фосил, вот так, на берегу. Во, кстати, да, мы нашли какую-то шахту. Фиговенько, что у нас нету факелов. У нас, в принципе, мы сейчас сможем сделать пару штучек. Итак, сейчас не знаю, может и посмотрим, что-то действительно может тут будет. Но я, в принципе, я так находил уже пару раз фосил, как бы. Я вот стоял на таком берегу около моря и просто-напросто вот так копал. Когда прокопал, там всегда было вот такой какой-то водопад сразу там, где я прокопал. И возле водопада всегда был фосил. Всегда почти что. Сколько раз я вот... Ну не всегда, как бы. Я два раза так вроде делал, и два раза я вот так вроде фосил нашел. Ну что-то сейчас, я думаю, тяжеловато его будет найти. Хотя он действительно очень-таки нужен, так как это фосил, да. Фу, ладно, выбираемся отсюда. Главное, чтобы сейчас успеть выплыть. Давай. Успели. Что-то это капут какой-то. Не могу ничего толкового найти. В смысле, я даже не знаю, что я хочу найти, но... Такой... Вот какие звуки, бджелки. Я говорю, я даже не знаю, что я хочу найти, просто какое-нибудь прикольное местечко. Или хотя бы, говорю, найти тот же ледяной камень для Иви. Хотя, как я его найду, если я в лесу бегаю? Ну, в принципе, я бегал в зимний биом, и не нашел я никакой там камень для Иви. Ладно. А, в принципе, у нас Чаризард есть. Я что-то и забыл как-то. В принципе, сейчас
Можно вот тут будет еще бежать немножко. Может, найдем каких-то прикольных покемонов или просто покемонов, которых можно прокачать. Ну, в смысле, на которых можно прокачаться. А, кстати, давайте еще действительно вот тут сейчас посмотрим такую шахту. Может, главное, чтобы лавы не было. Железо. Нет, я думаю, что мы уже тут ничего не найдем. Так как обычно такие шахты сразу на таких уровнях появляются, 50-й, где-то вот такой. Вроде где-то на таких уровнях и фосил должен быть. Он на более высоких уровнях, чем те же алмазы, например. О, день уже сейчас будет. Отлично, хоть более-менее видно будет. О, кстати, о, Панита, смотрите, вроде ее тоже проработали, да. Да, вроде тоже немножко... Ну нафига ты нападаешь? Ух, нифига себе. Ты чё такой сильный? В смысле... Я тебя... Чё-то вот этим покемоном очень слабо так бью. Ну хотя да, это логично. Огненный покемон против огненного покемона. Короче, давай жирафка. О, Чаризард. Ну, в принципе, тебя тоже можно. Так, Виндатак. Отлично, убили. Что-то выпало с нее, нет? Ладно. Кстати, Электробус. Этого покемона у нас нету, но я думаю, я сейчас его ловить не буду. Ой, ты меня что-то... Не вижу смысла его сейчас ловить, просто потому что у меня осталось 7... ультраболов. Я не хочу тратить на вот этого покемона ультраболы. На каких уровнях вообще вот эти покемоны еще эволюционируют? Тот же Байлеф или Байлиф, или не знаю, как его правильно называть. И Квилава. На каких уровнях они вообще как бы прокачиваются? Ну. Да ты издеваешься. С одного удара. Ну хотя да, там немного так жизней было. Ох, ладно, давай, Виндатак, отлично. Все, давай идем сюда. Ух, Электрод, 48 уровень. Какой я какого-то покемона нового вижу. Видите? Это первый. Эликид. Если я не ошибаюсь. Это первая эволюция Электробуза? Я, если честно, не знаю, какая у него первая эволюция. Я как-то вот. Вот на такое никогда не обращал внимания. Первая эволюция вот таких покемонов, как бы, которые уже имеют тут вторую эволюцию и не имели первую эволюцию. Тот же Электробус, тот же Пикачу, только третью эволюцию имеет Райчу. А первую Пичу, или как он там называется, не имеет. А вот это вроде первая эволюция Электробуза. Ну, красивый покемон, красивый, смотрите, такой прикольненький. Я думаю, это Электробуз. Я не знаю, честно, не знаю, как его вообще первая эволюция называется, но я думаю, что это Электробуз, так как расцветка у него похожая. Так что, хотели мы словить Электробуза, но я не хотел тратить покеболы. А сейчас даже нашел не Электробуза, а даже нашел его первую эволюцию. Эликида, да. И так что... Он, в принципе, был и меньше уровнем, так что мы его и быстрее словили, и много покеболов на него не потратили. Так что отлично. Ух, этот такой сильный. Смотри, сейчас нашего Чаризарда убьет. Ну, почти. А, нету эволюции. Фу, так, ладно. Бежим куда-то дальше. Да ты меня... Вы издеваетесь? Да хорош уже. Ну, убей уже его. Давай, отлично. Фу. Ну, кстати, у нас жирафа. Мы даже ее и ни разу еще не использовали. А чё это там за покемон? А, опять такая же жирафа, да? Да. Опять такая жирафа. Меня то раздражает, что я не могу найти ни одного покемона-босса. 42 уровень, да иди ты нафиг. Манал, я на тебя вообще нападать с таким уровнем.
Так, тут нету ни покемонов боссов. Да что ты так глючишь-то? Фу, нету покемонов боссов, то бишь. О, мы деревню нашли. Отлично. Ну сейчас, в принципе, пойдем. Проверим, может, там что-то будет. Да. Так. Сколько там уже километров от нашего дома? Ну, еще 500 километров, я думаю. В следующем эпизоде мы уже как раз можем начать строить такую... Хотя бы найти место, чтобы начать строить дом. Ну давай еще один удар. Отлично. Что за звуки? Так, что вообще нам в этой деревне нужно? Да, ну харе глючить. Ага, не акайте. Тут даже такого дома нету, где можно сундук найти. Как я заметил. Ну чё ты так глючишь? Ну, это что-то меня бесит немножко. О! Это как раз вроде новый, как бы новых тренеров добавили, с которыми можно сражаться. Смотрите, эндермен. Розовый. В смысле, не знаю, почему вот такого сделали. Прикольный. Да, я честно, ну почему так глючит? Может, просто действительно мир грузится? Смотри, сколько у меня FPS сейчас? 16 FPS, 18. Да. Ладно. Тогда. Я вроде знаю, что вот в горной биоме еще вроде добавили каких-то новых покемонов. Парочку каких-то новых все-таки есть. Когда скачал, ну, эту новую версию Пиксельмона, то я сразу как бы просто-напросто зашел посмотреть, что там и как изменилось. Я как бы зашел в горную биому, вот в эту, Клиффайри. Кстати, вот такого покемона у нас еще нету. Сейчас постараемся ее словить. Не буду я долго мучиться. Хочешь, словишься. Хочешь, нет. Если я не ошибаюсь, этого покемона у нас еще нету. Ууу, Чармандер. Вы видели, там стоял? А сейчас куда-то пропал. Ха. О, отлично, отлично, отлично. Мы словили Клиффайри. Или как он называется, как правильно... его произносить имя. Кто знает, напишите, пожалуйста, есть ли у него вообще еще какие-нибудь эволюции и как они происходят. С помощью камня, с помощью уровня или с помощью еще чего-то. Еще столько блоков летающих-то. О, новый покемон. Арон. Это что вообще такое? Какая-то собака железная. Что-то такое. Давай вызываем вот этого покемона. Кидаем. Если убьем, то убьем. Не убьем, так не убьем. Спасибо, убили. Ладно. Может, повезет, потом еще найдем такого покемона. Бульк. Кстати, я вижу, там вроде прикольное место есть, чтобы дом сделать. Вот видите, посередине такое небольшое озеро, как-то посередине вот этих всех гор. Да вроде и там прикольно можно. Вот на самом такой, на самом краю вот скалы построить себе дом. Ха, прикольно будет. Вообще, что это за генерация вообще такая странная? Нужно так было загенерироваться. Смотрите, гора какая-то. Такой крутой обрыв, можно сказать. Скала такая острая. И с нее еще и вода течет. Вот это охрененно вообще загенерировалось вот так. Да, кстати, согласитесь, что прикольное место вот так будет. Смотрите, какое тут прикольное озеро. Тут еще и покемонов куча спавнится. Там еще и водопад такой, и вообще в каком-то таком карьере, знаете, вот горы окружают. Вот тут, например, построить такой себе дом, тут пристань сделать, лодки, не знаю зачем, но... Хотя я не знаю, вот, ну, в принципе, тут гор даже нету. Смотри, какие, это же горный биом. Каких тут гор нету?
Тут леса нету. Так что я не знаю. Ну, я не люблю строить дом там, где нет леса. Я не знаю почему, но я всегда привык строить дом в лесу. Потому что мне не очень нравятся вот такие пустые территории, в которых нету... Вот это тоже офигенное место. Короче, я еще немножко поищу. Найдем, так найдем. Ну что, дорогие друзья, я думаю, давайте на этом вот тут закончим. В принципе, о, еще один покемон новый, которого я хотел очень сильно словить. Смотрите, Метанг. Согласитесь, что он очень похож на Джиодуда. Очень. Смотри, такая же башка летающая, и такие же две руки с него строчат. Я Лапроса вижу. Лапрос. Тоже такой покемон. Нифига себе, ты сильный. Лапрос тоже такой покемон, который в воде водится. Его очень таки непросто найти. Ладно, убили так убили, пофиг. Может, найдем потом еще. Ну, кстати, зато наш Бэй Лев эволюционирует. И это классно. Сейчас посмотрим вообще, что это за последняя его эволюция будет. Тоже нелюбопытно как-то. Или он просто вырастет. Ух ты! Охренеть! Цветок такой в башке вырос. И башка длиннее стала. Ладно. Ну, тут вот тут тоже можно, кстати, прикольное место для дома сделать. Я не знаю. Я еще раз говорю, что я так не хочу. И там, смотрите, какое охрененное место. Вот в той пещерке, например, так. Выход, вход. Но я еще раз говорю, что я не хочу делать так, там, где нет деревьев, хотя бы возле леса можно сделать. И то, что не очень таки круто, что мы сегодня убили двоих покемонов новых, которых добавили. И, в принципе, это был вот тот Метанг, с помощью которого мы эволюционировали нашу Бейлев. Еще вот тот Арбук, или как он там называется, тоже мы его случайно убили. И в принципе, два новых покемона и двух новых покемонов мы случайно убили. Чармелион, ты издеваешься. Ну пофиг, если повезет, то потом еще может и найдем. И я еще одного вижу там покемона, которого у нас нету. Но это не новый покемон. Не новый. Ух ты, с Чармелиона сейчас вот это начало падать. Вот это не новый покемон. Я его уже видел в предыдущих версиях. Там еще новый покемон. Я заметил еще одного нового покемона. Не, но вот там, видите? Или это тот же Метанг? Вроде он. Ну, суть в том, что он еще один такой же есть. Я вроде за деревом. Вот, видите, за деревом слева еще один Арбок. Не Арбок, Арб. Забыл, как он называется. Но суть в том, что у нас только 5 покеболов. Только 5. Я не знаю, что нам делать. Да, мы словили Сулрока. Отлично. Сейчас пытаемся словить вот этого. Пытаемся его не убить опять. Если, конечно, критикал атаки не будет. Нифига себе, сколько... Ты убежал типа с боя? Короче, убежал так убежал. Давайте, дорогие друзья, я, наверное, на этом уже закончу. Серия уже длится таки очень долго. И, в принципе, в следующем эпизоде сразу вот тут продолжим и попытаемся словить вот этих двух покемонов. Всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока.